Так, играем. Moto X3 M. У нас здесь есть какой-то челлендж, который что-то я не могу выиграть. Ну, сейчас попробуем. О, получилось, наконец-то. Есть. Успели. Так. Ой-о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 й. Лопнули. Так, тут надо быстро. О, успели. Хорош. Так, машинка. Еще и взорвался. Так, за 22 секунды надо проехать. Вы серьезно, что ли? Ну, давай попробуем. За 22 секунды. Так, сколько у нас там? Ай, нет, не успеваю уже за 22 секунды. Так, 11 секунд уже. Ой-ой-ой-ой, давай быстрее. Да как за 22 секунды можно успеть? Давайте еще раз. Так. Здесь, в этом месте, главное не упасть. Так, проехали. Опа, все, нормально, не задели мы ничего здесь. Ого. Так, проезжаем, быстренько. И здесь осталось-то чуть-чуть. Оп. Есть, 18 секунд, ребята, мы прошли этот челлендж. Хорошо. Парламент ЮАР. Монументы. Это новая карта у нас. Тихо, иди нафиг. Кто меня там подтолкнул? О, мой друг на Волге. Так, уже, знаешь, времени нету даже на жетоны обращать внимание. Жетоны собирать. Нифига у них парламент в Кейптауне, в ЮАРе. Огромнейший дворец. Офигеть, вот деньги. Куда деньги, да, идут все? Надо будет загуглить парламент в тени, в ЮАРе. Парламент как выглядит. Колонны себе поставили, смотри. Нифига себе. Так, ну главное, я бензинчик взял. И это хорошо. Так, четвертый еду. Так, ускоряемся. Еще раз ускоряемся. Здесь есть такая возможность ускориться, потому что поворотов нету. Прямая дорога. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ё-моё! Чё мне мешаешь, гад? Так, мне бы где-нибудь турбо раздобыть. А, где-то было турбо. Всё, первым я еду, представляешь? Я еду первым. Офигенно! Первое место займу. Красава, красава. Так вот и надо. Еще я все фишки собрал, офигеть. Супер трофей. Круто. Вот это я понимаю. Красиво. Так, вы открыли новую гонку за улучшение. Мадагаскар. Ну поехали на Мадагаскаре, почему нет-то? Какое-то улучшение, может быть, я выбью. Баобабы, ух ты. Блин, ничего не было ускорения, ну вон. Баобабы, смотрите, баобабы растут здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо, аккуратно. Мадагаскар. Ну да, Мадагаскар находится в Африке. Мадагаскар находится возле Африки. Угу. А баобабы разве на Мадагаскаре растут? Не знаю. Чудесные растения. Деревья. Великолепные. Очень-очень-очень большие, широкие такие. Да, не думаю, что кто-то разрешил бы возле баобабов так гонять. Они находятся под защитой ЮНЕСКО. Баобабы. И еще раз ускоряемся. Так,
Так, второй круг. Два круга осталось, то есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как жаль. Как жаль, и у меня нет ускорения. Да не-не-не-не-не, все нормально, нормально, нормально. Продолжить. Все. Когда три раза на пробел нажимаешь, включается пауза, ты понял? Будем знать, как включить паузу. Так, пятый мы едем, да? Ох ты, блин, а чё ж я этот турбо-то не взял? Рядом с турбо, с турбой был. Ох ты, ё-моё. Кто тут столбы наставил, а? Прямо возле дороги. Так, ну все, последний круг. Пока что едем четвертыми. Я надеюсь, вот этого я обгоню друга. Все, отлично. Теперь мы едем третьими. А за улучшение, не знаю, надо первое место занять или третье тоже пойдет. Ой, как так-то, а? Врезался я. Блин, еще и турбо лежало рядышком. Но не судьба мне это турбо забрать, все-таки, наверное. Бензик я взял. Все. Да елки-палки, еще турбо лежало. Финиш, 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 финиш. Где финиш? Вот он, финиш. Третье место. Дадут нам же какой-нибудь бонус? Или не дадут? Так, открыто новое улучшение. Выберите улучшение. Нитро, дифференциалы, ускорение, управление, нитро, управление, топливо, ускорение. Давай топливо. Да, отлично, подтверждаем. А то у меня топливо всегда заканчивается. О, быстро заканчивается. Так, парламент ЮАР, продолжаем. Сады. Не знаю, что за сады. Сейчас посмотрим. Ага, красиво, красиво. Сады красивые. То же самое, парламент. Я не знаю, почему сады называется. Гонка. Опа, во. Ускоритель взял. Да вы че мне этот самый турбо-то мне прогорело все. На тебе, гад. Ох-ох-ох-ох-ох, да как так-то, а? Так, едем шестым. Три круга. Ой-ой-ой-ой-ой, в смысле третий круг, еще два круга осталось? О, откуда у меня турбо было? Ладно. Мало топлива, да? И ты мне запищала только сейчас. А я улучшал, кстати, топливо. Видимо, это недостаточно. Улучшение было. Вот если сейчас топливо закончится, что мне делать? О, топливо забрал я. Я еду первым, да ну нафиг. Да ё-моё, ещё врезаюсь. О, кто-то вылетел вперед на такой колыманде. Ты хочешь сказать, что ты чемпион? Да ё-моё, а что ж тобой уж делать? Опять топливо закончилось. Есть. Фишечку последнюю взяли. Ну, только второе место. Мы были рядом с первым. Очень близко было. Ну что ж, сыграем мы за Титана. И отправимся в бой. Так, у нас пустыня в Сахаре. Хорошо.
Так, вот это то... мы тоже с генералом каким-то воюем, прикинь. Опа, а почему у него тут такой танк стрёмный, не знаю. А хотя, в принципе, я не думаю, что стрёмный. Вонючий напалм мой. Ай-яй-яй-яй-яй. Может быть, он это подъедет назад? Нет, смотри, как бы он, по идее, назад-то подъехал. И от напалма ему ничего не случилось. А, все-таки он меня подрезал. Прикинь. Победная серия завершилась неудачей. Откроем сундучок, посмотрим, что в сундучке. О, что-то мы открыли, баллисту. Улучшили нашу. Ладно, давай еще раз сразимся, поехали. Что-то напалм не очень как-то срабатывает. Потому что я его поздно включаю. Давай на 56 секунде мы включаем напалм. Нет, надо, короче, надо позже. Не на 56 секунде, а, например... Ай, фиг знает, короче, когда. Смотри, видишь, они какие хитрые, а? Все, победа. Наверное, надо на 54 секунде включать напалм. Сейчас попробуем на 54 секунде включить напалм. Так, ждем. Ждем. На 52. На 51 даже можно. 52, 51. Ё-моё, как удачно. Тихо, тихо, тихо. Как мне тебя переехать? Вонючку. Так, мне надо куда-нибудь встать в удобном месте. Смотри. Едет, видишь? Чтобы он внизу оказался как-то, не знаю. Всё. На, на. Еще. Есть. А, мимо. Готов, готов, отлетел. Умненько, умненько мы его щелкнули. Да, хитростью, я так сказал бы. Звездочку заполучили. Давайте еще раз попробуем. Чего у меня здесь горит напалм? А, давай этот повысим. Хорошо, ремонтный комплект. Ага, титанмин, а собери-ка... Ага, титанмину не дают еще? Подожди тогда, а что ж мне, напалм только тут есть? Ладно, будем напалмом фигачить-то. Ну а куда деваться-то? На 52 секунде мы запустим напалм. Наверное. Это не точно. Ну примерно. Поздно, 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 ребята. Поздно. Поздно, 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 52 секунда. Да ё-моё, на, отдыхай, чувак. Ты чё такой, а, хитрый? Всё-таки он меня щёлкнул. Ну, потому что такая местность не очень удобная была. Давайте еще раз попробуем. Примерно. Да, здесь примерно такая же, да? А, нет, ну здесь он пока будет подниматься, все дела. Поэтому мы, наверное... Ой-ой-ой-ой, опоздал опять. Опять опоздал я с этим напалмом, представляешь? Да что такое? Почему я все время опаздываю? С напалмом этим. Так, сейчас он вниз поедет. По идее. Во, я вот здесь буду щелкать. На, ты видишь, как я встал? Удобненько, чтобы мне тебя щелкать. Так, так. Чтобы он знал. О, давайте сундучок открываем, смотрим. Так, обычный танк. Мне открыли танк, новый танк. Офигеть, ребята. Джокер. Мы открыли, ребятушки, новый танк Джокер. Офигеть, как же здорово. Спасибо, ребята, за лайки. Открыли мы Джокера. Ну, давайте попробуем. А, вот он, Джокер. Давайте Джокером. Не знаю. В чем прикол Джокера, потому что он маленький. Так, а ну-ка. А, у меня еще меньше, да? Джокер. Джокер, Джокер, как же с тобой играть? А, в натуре, смотри. Опа, на. Ой, он меня уничтожил. Потому что Джокер не особо-то мощный танк оказался. Так, играем. Буррито Бизон. Гарри в бабочке. Мы его отщелкали. О, как летит буритка. Ну, сейчас попробуем
бомбочку. Ах, не успел. Давай деньги хотя бы. Деньги! Деньги мы не успели взять. Так, пролетаем стену. Сейчас вообще нормально. Хорошо мы стену стали пролетать. Потому что мы улучшили. Ох ты, перчаточку хотел взять. Не успел. Бомбочку. Ну и бомбочка что-то улетела от меня. Все. Заканчиваются силы моего героя. Ну, ну, еще, еще. Давай, давай. Ох, и ракетку взяли. И еще и перчатка. Ух ты, еще и прыгалка. Так, ладно. Убежали все. Ну, бомбочка, бомбочка. Гендальф, Гендальф. А, бочка. Ну, это вообще везение, ребята. Только куда-то я в другую сторону улетел, правда. Да. Ну и сколько там я заработаю сейчас? Денежек. 20 тысяч. А-а-а, у меня 197 всего лишь. Нет, будем копить. Так, давай, Гарри, бабочки. Опа. Есть удар. Мне надо еще шоколадного зайца купить, кстати. Давай, 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 давай. Есть! Нифига себе. Мы его отщелкали и наконец-то споймали. Прыгалкой своей. Теперь будем знать, как его догонять. О, монетки. Нифига, какая скорость. Какая скорость у меня бешеная. Может быть, я открою новый этот самый уровень? Давай, хватит силы. Нет, не пробил я стену. А жаль. Так, что там у нас в магазине? Подожди, а я же хотел вот этого чувака купить. 1 250 000 стоит. Угу. Либо карманника еще купить. А, давай поедатель картов купим. Ну, пришлось нам потратить. А, чё ж поделаешь. Пришлось потратить. Еще бы я пробиватель двери бы купил бы. Да. Так, а это такой бодибилдинг. Наноси больше урона противника, чтобы быстрее их победить. О, это прям, ну, ребята, ну это нужно. Это нужная вещь. Мы потратились на это. Не просто так. Шоколадный заяц 15 тысяч стоит. Да, так дешево. Купим. Купили его. И мы его сейчас щелкнем. Опа! Вот так надо его бить. По-другому не получится. Так, перчатка. О, перчатку я люблю. Смотри, как мы быстро прошли уровень. Офигеть. О, Гэндальф. Ну, Гэндальфа не успели, конечно, щелкнуть. Ладно. Пикс, ракетка. Ну, здорово, здорово. Чуваки какие-то сверху кричат. О, ракетка, thank you. Ох ты. Давай, давай, давай. Чуть-чуть не пробили. Но мы были близки к победе. Реактивный ранец? Ага, подешевел, что ли? И еще что-то там открыли. Ладно. А, новый рекорд мы побили. А что-то есть магазин. Ну, давай что-нибудь купим. Ага. Так, давайте вот этого улучшим. А, и все. Денег больше нету. Ну ладно.